Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на канале «Карева. Жизнь на Кипре». И сегодня снова я хочу вам показать очень хорошую виллу в очень классном районе Читалкой. Данная вилла расположена в комплексе из вилл, где уже большая часть, 60% вилл, продана. Вот имеет вот такую большую территорию. Дополнительно можно вырыть бассейн в районе 10-20 тысяч стерлингов вам вырыет застройщик бассейн. Посмотрите, какая здесь большая терраса, прекрасный вид на горы и оливковая роща. Посмотрите, как здесь можно поставить большую мебель садовую, потому что здесь большая площадь террасы, это позволительно. Хочу заметить, что данная вилла находится в 50 метрах от дороги. Здесь большие супермаркеты, рядом школа SK и Белопаис. Но в то же время сами виллы расположены в очень укромном месте, спокойном, где тишина и спокойствие. Вот еще терраса, здесь также стоит мебель. Я вам покажу шоурум. Здесь все с мебелью. Вы можете совершенно другую мебель купить, потому что цена 255 тысяч стерлингов – это без мебели. Заходим. На первом этаже у нас коридор. Представлена мебель, она тоже входит в базовую комплектацию. Вот такие шкафы, галошницы, тумбочки. Дальше, на первом этаже у нас есть санузел, расположены счетчики. В этом доме центральная система кондиционирования и отопления проведено. Посмотрите, какой шикарный санузел. И мы заходим в главное помещение, зал. Вот такой большой зал. Тут красивая мебель, дорогая. Это шоурум, он тоже, кстати, продается. Тут и камин есть в этом доме. Вот гранит, камень. Красивый большой стол. И мне нравится в этой вилле то, что вот эта комната зала, она отдельная. Она большая, отдельная комната, и кухонная зона спрятана. Потому что вот сейчас приходишь куда-то, и сразу кухня впереди. Вот мне, кстати, это не очень нравится. А вот здесь такая вот укромно спрятана большая кухня. Хорошая большая кухня. Бытовая техника в базовую комплектацию не входит. А каменная столешница, все это входит. Также здесь есть тоже вот батареи. Вот обратите внимание, уже есть везде разводки под батареи. Тут уже поставили, это шоурум. Посмотрите, какие красивые здесь потолки с светильниками. Везде подсветки светодиодные, красиво. Тут, конечно, шикарная вилла с очень дорогой мебелью. Именно в такой комплектации вся мебель, все-все-все, 320 тысяч стерлингов. Застройщик сказал, что если захочет человек купить именно шоурум. Проходим, на первом этаже есть комната, что очень хорошо и редко встречается. Такая комната для гостей, для пожилого какого-то родителя. Посмотрите, здесь есть шкаф. Комната небольшая, но здесь спокойно становится кровать односпальная. Ну, тут 1,20 м кровать и две тумбы. Также в этой комнате есть санузел и душевая кабина. Комнатка небольшая, в районе 13 квадратных метров, 14.
И пойдемте на второй этаж, я вам покажу три огромных комнаты на втором этаже. Обратите внимание на ступеньки каменные и очень хорошее такое дорогое ограждение из стекла и алюминия. Также установлены тут батареи. И посмотрите, какая большая вообще, какой коридор, какой большой второй этаж. Здесь три огромные комнаты. Давайте я вам покажу первую комнату. Это большая комната квадратной формы, где есть большое окно в пол с выходом на террасу и с прекрасным видом на горы. Там Белопаис, район Белопаиса. Мне очень понравилось, что это можно вот сделать спальню, и такая вот при спальне есть комнатка, как кабинет, либо как гардеробная еще одна. Тут шкафы расположены и санузел с душевой. Площадь этой комнаты порядка 6 квадратов, то есть это еще дополнительно маленькая такая гардеробная еще комната. Дорогая сантехника, красивая очень плитка, мебель, все входит в базовую комплектацию. Везде установлены батареи, вот в шоуруме. И пойдемте, я вам покажу вторую комнату большую. Здесь качественные, хорошие двери. И вот вторая большая комната, спальня, куда становится кровать, две прикроватные тумбы, шкаф большой, красивый. Большая, посмотрите, здесь можно спокойно ходить, много места. Здесь так вот сделали такой дамский столик и тумба под телевизором. То есть места в этой комнате достаточно. Комната в порядка 16-17 квадратных метров. Красивые вверх потолки также. И покажу вам еще одну комнату, она третья, также большая комната. Тоже квадратов где-то 16. Здесь становится спокойно две больших кровати, большой шкаф-купе. И также здесь есть мебель. С этой комнаты у нас вид на соседнюю виллу. Также есть небольшой бассейнчик. И в коридоре у нас огромный шкаф, вообще очень функциональный, большой шкаф. А, здесь у нас, посмотрите, сушилка и стиральная машина. Угу. То есть в каждой комнате у нас шкафы, еще дополнительно в коридоре. И вот такой еще один санузел с душевой. Хорошей сантехникой. То есть на втором этаже у нас есть один санузел в большой спальне с маленькой гардеробной и второй санузел гостевой, ну, общий, также на втором этаже. На первом этаже у нас просто санузел. Пойдемте, я вам покажу террасу. Здесь очень классно, что также выход на террасу, такие каменные, посмотрите, ступеньки, лестница и поручни хорошие. Выходим на террасу. Вилла очень такая, она и компактная, и в то же время очень большая. Вау, вид, конечно, здесь потрясающий. Идите сюда. Сегодня много пасмурно, море не сильно видно, оно сливается с небом, но мы видим широкую полосу моря справа. Здесь у нас виллы. Вид ничего не закроет больше. И вот такая огромная терраса со столом. Второй зоной также стал. Здесь много, очень много места. Кухня есть на террасе. Это везде в базовой комплектации входит кухня, зона барбекю. И посмотрите, какой открывается шикарный вид на горы. Просто огромная полоса гор. Там у нас район Белопаиса. Это самый дорогой район на Северном Кипре. Здесь самые дорогие виллы. Читалкой. Все, кто живут, знают. Вот магазин виден, Шах справа. Впереди магазин Supreme. Вот дорога.
То есть место расположения идеальное. Тут и магазины, рестораны, школа, самая лучшая британская, скей, пляж Диана Бич, пешком 5 минут. Эта вилла не находится на первой береговой линии, что очень хорошо, более безопасно для недвижимости, для мебели, для самого дома, чтобы находилась чуть-чуть подальше от моря. Но в то же время она находится недалеко от моря, возле дороги. Здесь достаточно тихо, в очень хорошем месте. В общем, очень хорошая вилла. Она, раз, в классном месте. Здесь очень дорогая земля. Здесь земля 1 квадратный метр стоит минимум 1000 стерлингов. Плюс здесь хорошие виды, сам дом очень качественный, соседи здесь есть русскоговорящие, две семьи, и только что мы общались с семьей, и нам сказали, что они долго искали, но выбрали этот дом, потому что им очень понравилось качество. Вы можете познакомиться с соседями, я вас могу познакомить и поговорить, и вот сами убедитесь, они здесь живут, что, ну, вот, их отзывы. Они не захотели на камеру, ну не каждый человек хочет, а вот если вам надо, я вас познакомлю. Начался дождик на Кипре. Все, дорогие, пишите в комментариях ваши вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, потому что я хочу самые лучшие вам объекты показывать на сегодняшний день, что есть на Северном Кипре от первого лица. Я представляю застройщика. И ставьте лайки, пишите, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.